Агрофирма «Садовод» и магазин на Краснодарском кольце хорошо известны всем любителям растений. Работают в городе вот уже 23-й год. Здесь, впрочем, как и всегда, все цветет и пахнет. Розы, ампельные петунии, маргаритки, пеларгонии, виола, бегония, карликовые гвоздики. В ожидании нового места посадки поспела здесь и земляника. В большом ассортименте плодовые деревья. Ой, какой шикарный магазин, просто прелесть. Какой выбор большой. Столько много цветов, растений. Вот. Сейчас вот мы хотим календулу взять, потом еще несколько видов ромашек, маргаритки. Большая часть посадочных материалов – это весной отечественного производства. Саженцы, рассаду летников, овощей, а также декоративные растения садовод выращивает в собственном питомнике в Дагомысе. Что же касается плодовых деревьев с открытой корневой системой, то сейчас именно их пора. Помимо посадочных материалов, садовод предлагает и все виды услуг, связанных с садово-парковым искусством и ландшафтным дизайном. С большим вниманием сотрудники агрофирмы относятся к каждому саженцу и с рождения присваивают ему номер и название, дабы не разочаровать покупателей. Бирки со штрих-кодом на каждом саженце появляются еще на стадии выращивания. Очень серьезная проблема бывает, когда человек покупает саженец, ждет 4 года, купил персик, красная горка, а у него что-то другое, грубо говоря, получилось. Значит, у нас тоже такое бывает, потому что в основном человеческий труд, человеческий фактор, бывают ошибки. Где-то бирку неправильно приклеил, где-то пересортится какая-то. Но во всяком случае мы стараемся эти ошибки снизить к нулю. Через неделю пойдут летники, сальвия, гератумы, катарантусы, бархатцы. Весь ассортимент не перечислить. Садовод продолжает сотрудничать и с питомниками Голландии и Италии, но все же ответ санкциям находит. К примеру, метровую тую здесь можно приобрести за 850 рублей, а уже сформировавшийся куст самшита за 180. Средства же по уходу за всеми этими растениями опять-таки в магазине «Садовод», что на Краснодарском кольце. Это и удобрения, и ядохимикаты, а также керамика, инструменты и аксессуары для сада. Адрес магазина – улица Конституции, 46А, питомник на Барановском шоссе, 18. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.